Всем привет, дорогие друзья, это Марьяна Ро, и я нахожусь в Амстердаме. Мне глаза светят, солнце больно. Он такой огромный. Яна, это просто жесть. Ты видишь это? Он огромный. Как ты думаешь, кто-то вот влезает на него? Храбкается, как на вершину Эвереста. Ну это реально жесть. Такой прям мясистый бол. Прям, ух. Я не могу на это смотреть. Охренеть, смотри. Давай зайдем. Ну, неплохо, на самом деле. Такая нормальная штука, сойдет. Как будто это реклама. А теперь можно я поем? Пожалуйста. Ну что вам, дорогие друзья, рассказать про этот чудный город Амстердам? Я летала туда со своими друзьями. Там невероятная атмосфера. А как там пахнет, ребята, ребята. Ой. Пахнет там невероятно классно, да. А еще я почувствовала себя там снова ребенком. Ребята! Это было просто что-то. Так что если вы любите Амстердам, так же, как и я, то, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и знайте, что это все для вас. Наслаждайтесь моим прекрасным влогом с Амстердама. Короче... Мы шли и пирожок нашли. Сели, поели и опять пошли. А потом мы видим, это кинотеатр. Я в шоке, смотри. Смотри, тут очень круто. Прикинь, туда приходят и смотрят кино. Очень круто. Шаги. Я думаю, там можно купить чуро. Пошли. Пойдем посмотрим. Чуро, который я знаю, что такое чуро, там были они совершенно другие. И Артемке, Кею, конечно же, они понравились. Я пришла купить чуро. Я хочу кушать. Как говорила моя мама, главное не заснейпить. Что такое? Реально, все замерзло. Вот это, кстати, чудное, дивное место. Я всегда там оставляю свой велосипед. Оставляю, значит, тут и еду на работу до Хонгишвальда. Да? Ну а что вы хотели? 8,5 лет уже тут живу, да? Надо же как-то работать, семью кормить, очаг свой, так сказать, подогревать. Обернись! Они куда-то ушли. Обернись! Пойдем, побежали. И вот мы пошли за сыром. Я очень люблю голландский сыр, потому что он супер невероятно вкусный. А также он необычный. Это очень вкусно. Попробуйте. Мы сейчас находимся в сыродельне. И я в сыродельне, так смешно звучит. И я решила взять кокосовый сыр и baby goat. Это малышка-козел. Очень вкусный. Так что если вы будете в Амстердаме, то обязательно возьмите вот эти сыры. Особенно с кокосом. Зацените, пожалуйста, ребята, мои новые ботинки. Поставьте лайк, если они вам тоже понравились. Все стемнело. Мы начали отправляться в сторону нашего дома, и вдруг мы увидели, как суперклассные ребята устраивают... невозможно определить, это девичник или мальчишник все-таки. Но было здорово. Это так круто! Офигеть! Это было очень круто, мне очень понравилось. Дорогие друзья, всем привет! Я недавно проснулась, я пухшая и пью сок. Итак, дорогие друзья, это был мой завтрак. Ну, точнее, завтрак у меня выглядел намного стрёмнее, потому что мне Яна дала какую-то кашу. А это мой второй завтрак. Такие вот дела. Артём, ты идиот! Люди мне засрали под видео с Артёмом то, что я его, мол, много оскорбляю. Ребята, там... Ребята...
этом, дорогие друзья, все. Зачем ты сказал? Никитыч. Яна, ты смешная. Мой канал, давай, мой телефон снимай. Ой. Вы тоже рады, что мы в Саратове? Такие вот дела. Иду смотреть на тюльпан и нюхать их. В Кёкенхоф я была впервые, но мне очень понравились классные разноцветные тюльпаны. И то, как они пахли, ребята! Людей, которых я встречала в Кёкенхоф, можно охарактеризовать только одним словом – свободные. Вы только посмотрите то, как они двигаются, не стесняясь никого. А вот нам с Артемкой Кием было очень волнительно. Очень смешно. Блин, просто хочу стоять и смотреть, как он танцует. Давай попросим, может, его к нам подойти. Hi. Не, брат. Я стесняюсь. Все, отстань. На этом у меня все, пожалуй. Мы супер стеснялись, но очень хотели подойти к ним и познакомиться. Ну, во всяком случае, Артем Кикею было так охота. Мы тут с ребятами сейчас сидели, общались на тему того, как же все-таки круто здесь. Например, там, где родилась я понимаю, что у меня нет восхищения. И мне кажется, каждый любой местный житель той или иной страны, например, той же самой вот Нидерланды, мы в Амстердаме, да, люди это все равно воспринимают точно так же, как и, например, я воспринимаю Россию. Ну, типа, ну да, норм. Мы восхищаемся всегда тем, где мы не родились или где мы не живем. Я не знаю, как правильно я выразилась или нет. В общем, ребята, хочу сказать вам спасибо за такие возможности, то, что я могу ездить и наслаждаться жизнью. Это все благодаря вам. Спасибо большое, правда. Это очень приятно. Это Никита, поздоровайтесь. Покажи Никиту. Да его видно. А, да? Спасибо вам большое за 60 подписчиков. Спасибо большое. Давайте наберем стол. Спасибо. Не было, реально, у нас такого нет. Я такой, типа, все, слышишь? Артем, дед! Реально, как дедушка себя ведет. Я решила, осознанное мое решение, полностью я его сама приняла, мне никто не помогал. Сегодня я пойду в Burberry и куплю себе рюкзак. Вам смешно? Ужасно. Орел и Решка, смотри на Рой, не переключаемся. Вот, дорогие друзья, мы находимся в прекрасном Кёкенхоф. И сегодня мы смотрим на прекрасные цветущие тюльпаны. Потому что что? Потому что сейчас весна. Добрый день, дорогие друзья. А вот и первый наш слушатель. Здравствуйте, что вы нам скажете? Погода хорошая, так сказать. Обстановка в норме. Мы чуть не потеряли Артема Кея. Вы такие красивые сейчас. Ну а ты что думала, Яночка? Яна, конечно, мы красивые. Но ты что, мы столько шли к этому времени. Мы не брат и сестра, если что. Я сразу, как будто я в Японии. Короче, я покупаю мороженое. Так, 50 центов плюс 50 центов равно 1 евро. Это невероятно вкусное мороженое. Я впервые такое ем. Мне реально вкусно пахнет. Здрасте. Здрасте. Девчонки тут наши вас увидели, запищали от счастья. Можно с вами сфотаться? А вот этот парень тоже будет? Пожалуйста, Орел и Решка. Вот Яна уже, оператор есть. У меня свой даже будет оператор. Я буду просто ходить. Вот. Вы просто мне дадите вот эту вот золотую карточку. Буду везде все тратить, буду снимать. Соглашайтесь, выгодное предложение. Я обедаю.
Я очень рада, что мне насыпали этот соус. И да, реально вкусно. Никит, хочешь рубануть? 4-2. Конец, титры пошли. Снимаем, дорогие друзья. Сегодня мы будем обозревать слайм. Сейчас мы его обозрем. Купила потрясающий слайм, он мне обошелся в 2 евро. Я его раскрываю. Прикиньте, я вот шучу, а есть же люди, которые по-серьезному снимают вот эти вот всякие распаковки слаймов. Упаковка достаточно примитивная, заурядная, я бы сказала. Очень интересно, да? Надо его раскрыть. Раскрыть очень сложно. Слушай, ты такой вот умный, мог бы помочь. Мы не ищем легких путей, поэтому даже если зубы пострадают, то мы все равно раскроем слайм. Даже если ты умрешь, оно всегда с тобой. О, он на меня харкнул. Ну, пахнет клеем просто. Блин, смотрите, как палец у меня вошел и не вышел. Фу, ну он какой-то странный. Он жесткий очень, очень плотный. Он очень плотный, консистенция у него такая, себе сразу рвется. Короче, друзья, если в него добавить зубную пасту, а так пока что, ну, так себе. Зато мне очень нравится тут летучая фея. Зачем вот я мну вот эту массу непонятную? Вот эту жижу подзаборную. Хотите помять? Как думаете, разыграть его? Я просто видела, что там разыгрывают всякие гелики. А почему бы не разыграть мне слайм? А ты его тут заложи, вот тут вот в дерево, кто первый найдет. Да, точно, как в «Орел и Решке». Да, да, давай, да. Я закладываю вот эту штуку. Не-не-не, я не знаю куда. Давайте просто положим. Мне кажется, никто не заберет его все равно. Мы сейчас идем в Мокко-музей. Почему мы идем туда? Потому что там красиво, можно погулять и на этом все. Это что? Это перевернутое яйцо. Смешное. Это мой второй поход был в Мокко-музей. И Мокко-музей мне очень нравится, потому что Мокко-музей – это музей современного искусства. Мокко-музей посещает огромное количество людей. Так что, если вы любите современное искусство, то знайте. Вам в Амстердам. Но и не только ради искусства. Дорогие друзья, я сейчас нахожусь в прекрасной комнате. Она раньше типа была обычная, потом ее сделали просто контур, сделали ее ярко, и она теперь вот такая вот вся шикарная, красивая. Прям как я. Ставьте лайки, и это было не я. Ставьте лайки, пишите комментарии, и знайте, что я вас очень сильно люблю. Все просто. А сам-то ты додумаешься, если даже и додумаешься, то под каким состоянием? А люди это все выдумывают вот просто так. Круто, круто, очень круто. Так все сделано, что кажется, как будто это просто невидимка стоит. Вот так, дорогие друзья, культурно развиваемся. Там, кстати, очень много предоставлено Бэнкси, а я обожаю Бэнкси. Бэнкси рулит! Пожалуйста, Бэнкси, напишите мне в DM. Я хочу с вами подружиться. Передайте это Бэнкси. А это я. Привет. О, класс! Я хочу забраться на вершину этого коня. Как думаешь, это можно делать? Ставьте лайки и подписывайтесь. Это все ради вас. Справа, справа по курсу, дорогие у нас друзья, солнце, поэтому я ни черта не вижу. Идем в направлении куда-то на северо-юго-восток. Да, так круто. Всем привет, дорогие друзья, это у нас влог по Амстердаму. Ребята, я буду вспоминать этот уикенд просто всю жизнь, потому что это было нереально, нереально круто. Я сняла не только ролик для вас, но также я заново родилась там. Конечно же, это шутка, но если бы было бы так, то было бы неплохо. В общем, ребят, я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить мои видео. Они выходят каждую неделю. Да, я возобновила свой график. А чего добился ты? Спасибо, люблю. Пока.